судебный процесс. Я написал доверенность в Роскомнадзор. Один из сайтов, не буду делать ему рекламу, под прикрытием черного талантливого юмора использовал мое изображение с призывом бить женщин по лицу. С использованием нормативной лексики еще призыв. И как-то почему-то, обращаясь ко мне, вы говорите, нормальный человек, вы с юмором, вы должны нормально к этому относиться. Я говорю, если вы с юмором, возьмите себя, поставьте и уморите, а меня не надо. Я хотел бы, чтобы меня спросили, согласен я или нет. А если без моего разрешения, то извольте извиниться. И поскольку я не нашел отклика в извинении, я-то добивался, уберите, я же не требовал никаких компенсаций, ничего. Но в результате люди потеряли свою страницу. Может быть, это их тоже мало волнует. Но меня вполне устраивает тот факт, что этого в интернете больше нет. А если есть, то все знают, что в дальнейшем, если кто-то будет мое имя, заработанное годами, использовать без моего ведома, будет иметь неприятность. Вот. Это и есть воспитательный процесс, понимаете? Это элементарное воспитание для будущего.